мод имеет все шансы быть гораздо более пиздатым, чем Готика 2. Я вам гарантирую, ребят. Я не сказать то, что прям дохуя прошел, но по одному только виду, по возможностям, которые в этой игре есть, и то, что я чекнул, это просто ахуй. Только он у меня почему-то лагает, блядь, конкретно сейчас на стриме, не знаю почему. Не тянет как бы уже комп по одновременно стриму Готики и стрима. Короче, это по сути предыстория. Тут есть знакомый персонаж из старой Готики, тут я спойлерить не буду. Интересное выведение, туда же добавили, блядь, доску с заданиями, как из Ведьмака. И это вот только вот первый кусочек земли, тут просто, типа, карта большая. Тут есть и город, и приколы всякие, разные интересные сюжеты, интересные механики, типа, блядь, какого-то пиздатого крафта и так далее и тому подобное. Играется просто потрясающе. Я удивлен, я просто очень удивлен, что такую игру преподнесли как мод и к тому же на халяву. Люди просто буквально выдали этот мод бесплатно. И это просто ого-го-го-го-го-го. Ну, нет, моделька тут совершенно другая. Сейчас давайте покрутим. Пельмешек. Зовут его, кстати, Марвин. Ну, это ладно, это так, к слову. Ля. Я просто хочу в будущем по данной игре сделать серию роликов, как кратко про Готика, только тут, видимо, кратко про Хроники Миртаны. Ile razy mam wam powtarzać, żebyście nie włazili do mojej stodoły? To twoja stodoła? Tak, tak. Ну тут чел доебался, типа мы хотели войти в его этот самый сарай. No, przynajmniej od czasu, kiedy dobry pan... Короче, у чела, блядь, ну... Я вот тут пойду. Эй! Сейчас, мне пройти надо тут. Все, отбежали. Выглядит просто охуенно. Бери Фосмобобию, Фейс, The Unholy Trinity. На 40 рублей Тита обязательно возьму. Так самое прикольное, блин, тут буквально можно использовать, ставить боевку, как из первой Готики, то есть они не стали там менять что-то, типа такого, то что, ну, типа боевка из второй Готики более пиздатая или типа такого. Короче, все охуенно, это все, что я могу сказать на данный момент. Я бы, возможно, поиграл на стриме, но, блин, нужен русификатор, иначе будет очень сложно все пытаться в режиме реального времени вам транслировать. Озвучка класс, я выбрала польскую озвучку, потому что там занесли, там прям позвали профессиональных актеров озвучки, которые вроде бы переводили, озвучивали Готику вторую на польском языке.